Возможно ли, что ваш самый близкий человек в зависимости? А вы даже об этом не знаете. Да, и такое может быть. Однажды в моей семье появилась, казалось бы, совсем незначительная проблема. Муж стал задерживаться на работе. Потом это переросло в то, что он просто перестал бывать дома. Меня это насторожило. И когда я начала во всем разбираться, я узнала, что мой муж находится в наркотической зависимости. Эта новость, она перевернула всю мою семейную жизнь с ног на голову. Его днями не было дома, и я прекрасно понимала, что если он на работе, то наркотик для него в свободном доступе. Меня это жутко тревожило, и я не могла оставить все как есть, боролась до последнего. И все это дело сопровождалось ссорами, бесконечными ссорами. И семья рассыпалась просто на глазах. Со временем я подустала. Подустала бороться. И дело пошло к разводу. Именно тогда меня пригласили в библейский колледж Гора Моисея. И я узнала Бога с другой стороны. И решила верить, что еще не все потеряно. И моя семья восстановится. И все будет как раньше. И даже лучше. На мое решение пришел Бог. И мой муж отучился вместе со мной в колледже Гора Моисея, где освободился от зависимости и поменял свое мышление. Бог вернул в мою жизнь счастье, которое пытался украсть наркотик. Если ваша жизнь на грани распада, знайте, что никогда не поздно все изменить. Просто поверьте в чудо, и Бог придет на вашу веру и все изменит. Меня зовут Настя, и у меня счастливая семья.